И вот, наконец-то, третий день фестиваля. Как по мне, он самый жирный. Хоть даже подводит погода, но все равно очень много людей, очень крутая атмосфера. Все очень круто. Прямо сейчас мы пойдем попробуем взять какое-нибудь интервью каких-нибудь артиста, там, Детача, Торвальд, может быть, Аматора, если получится. И попробуем словить организатора импульс-феста. Прямо сейчас за моей спиной начинает выступать группа «Порнофильмы». Я очень их ждал, хочу послушать, поэтому погнали, посмотрим. Ну, самое главное — поймать волну. На любом фестивале главное — поймать волну и, ну, ту волну, на которой люди находятся. И меняться энергией, да? Да, да, чтобы вот произошел обмен энергией. Очень классное место. Эти локации — это очень круто. У нас в Киеве есть арт-завод «Платформа», очень похоже. Во Львове мы были, был «Разум Фест», там тоже нечто подобное, локация, и в таких штуках очень прикольно всегда. Атмосфера классная, круто, что, ну, погода, и нет грязюки, и все типа постелено, все классно. Счастья, здоровья, любви побольше, домик в Польше, два красных Порше. Мы желаем вам попасть на наш следующий концерт, который состоится в городе Киев 18 ноября в клубе «Центрум» традиционно. А счастья, любви и насладиться сегодняшним выступлением.
люблю группу Anima уже, сегодня они выступают на главной сцене, вот я жду этот концерт больше всего. Что касается фестивалей в Украине, они развиваются и радуют, что в центре и на востоке нашей страны их становится больше. Если на западе, на западной Украине всегда было больше, то здесь, вот, допустим, Impulse Fest, Kid Rock там и так далее. Это очень здорово, что они здесь появляются. Мне кажется, что это успех. В следующем году будут иностранные артисты? Зарубежные где-нибудь, может быть, уже? Ну, я надеюсь, мы идем к этому, уже там пытались, начинали какие-то там переговоры, размышления об этом, но... В этом году пока, может быть, не доросли до этого, но я думаю, что в 2018-м наконец-то мы к этому пойдем и дальше будем в этом направлении развиваться, потому что именно, ну, вот в этом направлении хочется нам развиваться.